Каждый праздничный новогодний вечер нижегородцы смогут наблюдать за приключениями символа города – олененка. Эффектное звуковое 3D-мэппинг-шоу будет демонстрироваться все зимние каникулы на Дмитриевской башне Нижегородского Кремля. Премьера инсталляции состоялась 30 декабря. В новогоднюю ночь нижегородцы смогут увидеть ее вплоть до 5 утра. В остальные дни – с 18 до часа ночи. В нынешнем году мы пошли традиционным путем. Взяли за основу талисман Нижнего Новгорода – олененка. Вот, который в будущем преобразится. И, как и в прошлом году, он совершит некие новогодние путешествия. Вот. И мы рассчитывали на то, что Новый год – это праздник все-таки семейный и больше, может быть, даже детский. Конечно, мы рассчитываем на аудиторию детскую больше, чем на взрослых. Формат – это 3D-мэппинг на Дмитровской башне. Всем нравится, но сюжеты короткие, они повторяющие. Яркие, красочные сюжеты, они повторяются. Поэтому никто там скапливаться в один момент не будет. Спокойно проходите, гуляйте, будете наблюдать.